Из двух шахт в Воркуте эвакуировали людей. Причина задымления в рельсовом штреке Воркутинской. Сообщение о происшествии поступило в МЧС от дежурного горно-спасателя части около полудня. В тот момент под землей находилось 263 человека. Как сообщила пресс-служба МЧС по Коме, все работники были эвакуированы, пострадавших нет. Дополнительно выверены поверхности горняков из Заполярной 2, так как она связана с Воркутинской единой вентиляционной сетью. Горные выработки обследовали спасатели. Открытого горения они не обнаружили. Электроснабжение и вентиляция работали в штатном режиме. Напомним, в октябре прошлого года подобный инцидент произошел на шахте «Заполярная-2». Тогда сработал датчик углекислого газа. Из-под земли подняли 140 человек. Однако прибывшие на место спасатели не обнаружили в выработках ни дыма, ни возгорания.